Приходит мужик к врачу и говорит: доктор, давно мы с женой детей хотим, да вот не получается, доктор. Да, вы бесплодна, да и медицина уже здесь бессильна, но вы не отчаивайтесь. Ох, попросите хорошего друга, он вам и поможет. Мужик пришел домой, звонит другу и говорит: слушай, приходи ко мне, дело есть такое. Ну, пришел, значит, они посидели, выпили, закусили. Он говорит: слушай, давно мы с женой детей хотим. Выручай, а? Моя в спальне ждет. Зайди, как положено ты ее. Отдери, отдери, прям, ух, по полной прям. Ну, тот встает, идет в спальню. Через 5 минут выбегает. Мужик: что? Все уже? Он: а что здесь такого? Сегодня в рот дал, а завтра уже детей делать будем.